Боевики изолировали людей на оккупированных территориях от внешнего мира. Незаконный ЛНР закроют доступ к вредным и негативным сайтам. Об этом заявил так называемый помощник министра связи ЛНР Яков Асадчий, передает информатор со ссылкой на МИАИСТОК. По его словам, блокировка сайтов будет добровольной, а это очередное вранье со стороны чиновников-сепаратистов. Потому что фильтровать неугодные сайты в незаконной ЛНР начали давно и далеко не добровольно. Там заблокировали все новостные, кроме своих и российских, сайты, чтобы зомбированное население не узнало правду о боевиках и их деятельности, а также о том, что хозяин Белокаменной отказался от них. Тогда хваленая пропаганда рухнет, управлять людьми будет сложно, а причин для массового бунта у местного населения уже достаточно. Отсутствие зарплат, медикаментов, постоянное мародерство и издевательство.